Настя Маврин, воришка, обокрал соперника. Это выход один на один и план! Ержан, давай. Все хорошо, надеюсь. Главное, чтобы меня хорошо здесь приняли, на самом деле. Все супер, знал много народу отсюда. Все вроде как знали меня, плюс-минус. Поэтому все нормально, работаем. Излишней популярности. Если не излишней, никакая популярность не бывает излишней, но она дает о себе знать в команде. Да я сейчас нет, если честно. Ну вот кроме того, что берет у меня интервью, ничего такого нет. Так мы честно что берем интервью. Ну тогда тем более. Как вообще? У Лехи взяли уже? У Лехи два уса? Да. Да, конечно. Ну, когда подошел. А зачем? Ладно. Может быть... Ты пока больше, да, мячи носишь, да? Вот я пока ничего не нашел. Я не самый молодой в команде, поэтому ничего не нашел. А, ну то есть ты уже дедовщину немножко используешь, да? Ну как использую? Ну, я, так сказать, часть системы. Я не умею искусство улыбаться. Супер. Покажешь? Кирилл, одна чуть-чуть, сейчас вторая. Пожалуйста, нет. Спасибо, Виктор, сейчас подмет. Окей, я там ключ. Окей. Ну вот из-за тебя я сейчас впервые этим занимаюсь, я слышал. Да никак так вышло, что мне его удали, я не знаю. Но 79-й прикольно. Два хороших футбольных номера совместились в один. 7 и 9. Поэтому пускай будет. Все устраивает? По номеру? Да, пофигу. Вообще, в целом, по жизни там. Не, если по номеру оценивать, то на самом деле пофигу, какой номер. Главное, чтобы я этот номер сделал, может быть, не популярным, но теперь каким-то более развитым, что ли. Вон люди такие, ну что за 79-й номер? А потом я гол случайно забью там при нем, и все скажут, ну, теперь я по 79-му играю. Что, будет прикольно. Победителя хочешь снять? Нормально, просто тут. Расскажите, как вообще, в принципе, побеждать? Блогера? Да. Очень легко. Легче, что соперника не встречал вообще.